Привет, я Полина Яковлева, преподаю художественную гимнастику тут в Solo School. Мне очень нравится преподавать в этой творческой русской школе Solo School, потому что тут атмосфера любви, тепла, все дети всех знают, бегают, играются. Я тоже выросла в этой школе, ходила сюда с 9 лет, и у меня, мои друзья были в этой школе, и до сих пор мы с ними дружим. Мне нравится преподавать детям, потому что они... от них такая энергия идет, и такой креатив, и иногда вот ты делаешь что-то, и как дети реагируют, ты из-за этого меняешь свой способ учения. Такие, приходите, очень классно.